Как-то по проспекту с оператором гулял. Вижу у дороги, базарчик там стоял. Базарчик тут шикарный, я сейчас войду и вам аккуратно цены покажу. Эх ты, друзья, всем привет, с вами Детский Либован. Привет, мои хорошие, эх ты, друзьяки. Короче, Новый год не за горами. И цены сейчас такие, надо именно актуальные знать по-любому, правильно? Так это таки про нас, Катенька. Что, Сережа, доброго ранку, мы из Украины. Сейчас без 20, как вечера, у нее все утро. Короче, таки, здрасте. Погнали с нами, что-то купим, что-то. Да где-то что-то с кем-то поговорим, правильно? Правильно. Ты что, ты замерзла? Ты знаешь, в руки мне холодно. А я сам в шоке, елки-палки. Морозно, да? Ага. Зато курточка чистая. М? Да, стирала мне такая, что просто кошмар. Так, только. Ладно, все, перья-то все мои. Погнали быстренько. Нам надо очень быстро зайти и выйти, поняла? Угу. Почти даже покупать ничего не будем. О, здоровенькие были, ты что? Ах, вот они, откуда конфеты ездят? Здрасте, Бог помощь. Это выходили мимо, да? Ну так аккуратненько, ты что, вот это поехал. Не мимо, у нас не было. Свежие. Когда? Не, это мы заходили, мы не всегда успеваем по всем зайти. А ну подожди. Там мы будем идти, к тебе вернемся. Ты что, куда-то убежал, елки-палки? Эх ты, Дед Мороз без колпака. Да я хочу сразу в мясо зайти, вдруг раскупят. Ты время видел уже, сейчас может даже и нет того, что... Родненький, чтоб ты был здоров. Еще и с семечками. Мама любит, для мамы? Да, мама любит. Мы никогда мимо не проходим, мы просто бывает не попадаем. Я бы здесь всех целовал и со всеми бы жил. Обязательно. С наступающим Новым годом. Спасибо большое. Ты что? Эх ты. Благодарю. Вот это началось. Ты запомни автобус, в котором возят. Прямо ДХЛ. ДХЛ, ты ДХЛ. Фу ты, елки-палки. ХЛ. И шо? И шо? Тачки нет, карманы, в карманы так не влезли. Так нам же немного нужно, ты сказал. Смотри, какие они полезные. Это мамины любимые. Вот такие? Да. А, Андрей все знает. Вот человек, молодец. Короче, идем вот так вот на круг, быстренько заныриваем. А чего на круг? Идем по-нормальному. Вон, грибы сушеные продают. Короче, я бы, как это, долго не буду... Томить? Вам МДБ целый морочить, да, хотим с Маратом шашлык приготовить. Ну не просто шашлык, в казане. Ты когда-нибудь готовила? Нет. Вот не на мангале, именно в казане. Говорят, самый вкусный. Здрасте, спасибо. От вас так пахнет, аж прямо там. Мы вообще не планировали заходить, но просто это объедение какое-то. Ты что? Обязательно, обязательно. А куда мы вошли? Ну те же я думаю, Саня замуровался. А, он же там курями торгует. Сережа. Ну идем. Ты так давно не был на Киевском, что ж запутался, да? Все на Привоз, да, в Агромаркет. Ну так тоже мое любимое. А это вообще просто я влюблен по самые здрасте. Помидоры. Катенька. Ну, запеканочку можно, наверное, будет. Слышишь? Слышишь, у меня сразу. Тебе не видно? А тихо, не ругайтесь, девочки, на тебе печенье. Оно доброе. Что хотел сказать? Я вот только что увидел это сало, почаровок. И мне надо кусочек. Ну, 100 грамм. У меня в голове. 100 грамм? 100 грамм. Так тебе это не к Марату. Сало. А, да. Ну, на двоих нам хватит. Я что хочу сделать? Мне только что пришло масло колбасное в голову. Масло колбасное? Масло колбасное. Колбасло? О, даже название. Все, патентуй, может кому пригодится. Они там анекдоты травят, ты понял? Ёлки-палки. Я думал, вы торгуете, а вы там по анекдотам. Ёшкин ты кот. Здравствуйте. Здоровенький был с наступающим. Годом. Вот я еще прямо оттуда увидел. Русик здоровенький были. Привет, рядненький. Ты что? Я бы вам дал, но это для мамы. Понял? Ты что? Ну хотя если аккуратненько разрезать и взять вот столько. Какой толщины у вас сарделька? Понял? Я вот столько печенька возьму, а вместо нее, чтобы оно не телемпало, сардельку вставим. Правильно? Все, договорились. Мне надо сало, чтобы я из него тонко-тонко нарезал и сделал именно бекон. Да, обязательно, конечно же. Чтобы я засушил его на гриле до такого состояния. А дальше у меня колбаса есть, масло есть, все, будет нормально. Так, что я тебя показываю, стою, не могу отлипнуть? Та она немного не разрешает, все-таки, говорит, Новый год скоро. Та грамм, чтобы оно с мясом только было, побольше мяса. Вот эта песня, это сказка. Вот такой, вот, шикардос, да. Сережа, это килограмм. Ладно, от этой половину. Хочешь половинку сделать? Все, половинку сделай. Вот та, что ближе туда, к тебе. Да. Вот та, да. С мясом. О, та ты что? Это соленая? Та это любимая. Так. Это то, что надо... Что? Еще брынзочка есть коровья?
Вот на половинку один шарик. И две половинки в разные кулечки. А что, мы уезжаем? Нет пока. А что надо? А что ты так кусочками берешь? Сардели тебе взять? Да. И штучек 6 сарделек, пожалуйста. Обыкновенных вкусных сладких. И все, да? Да, конечно, все. Ты же не забываешь, что мы там холодца наварим, оливье налепим. Когда? Да до Нового года еще елки-поталки. А, да? Извините, времени. Тороплюсь. Четыре раза приедем. Просто сюда. Так холодно, смотришь на это все и... Что? Да играют так здорово. А, да? Слышь, они как близнецы, елки-палки. Думаю, что они и есть близнецы. Что вы там, блох друг у друга ловите, а? Носы. Носы грязивые. Грязивые носы. Две девочки. А, красивые носы. Сестрички. Animal Возьми Planet, иди сюда. Сардельку одну наполовину. Иди сюда, деньги надо дать. Да, разрежь. Да, знаешь, сардельку. Собачкам. А дай 7 сарделек, а одну отдельно. Не, они не будут сардельки. Не будут сардельки? Чего? Говядину, печенку. Ты посмотри, какие они. Ну так... дай кусочек, я попробую. Как это не будут сардельки? Им? Конечно. Давай. Ну, они знают, что они едят. Ты что, елки-палки? Чтоб я потом не вытирал и не доедал за ними, так лучше пусть они сразу доедят. Смотри. Это же опытные, как это, ребята, елки-палки. Они, если бы не этот магазин, они бы в зоопарке работали. Все про животных знают. А, специальную колбаску? Давай половинку этой колбаски. И разрежем еще на половинке. Так, что ты успокойся, елки-палки. Сейчас сбежится столько. Ты не хочешь ту половинку маме взять? Не, ну это же для собачек. Давай, иди покорми. Все, подрахувал? Девочки? Миллион, миллион, миллион. Микрофон, держи. Будешь? Прямо в рот. Ай, молодец. Иди сюда, и тебе будет тоже. На, по-братски. Или как там, по-девичьи. Смотри. Вот это... Вот это... Такое ощущение, что они как это... Ты смотри, они так медленно это делают. Катюша, а где ты видела, чтобы как это, в Одессе животные вот так вот именно за это дрались, елки-палки? О, смотри, идут красавцы, идут. Ай-яй-яй, ты что? Опа, задний ход. Я думал, вы на работе, а вы тут прогуливаетесь. Все нормальные ребята гуляют по базару, да? Санечка, здоровенький был. Что, у тебя выходной сегодня или нет? Или такое себе? А? Сейчас зайдем. Так я там еще осталась половинка, я могу и вам сейчас организовать. Главное, чтобы вы это ели. Катя, иди рассчитайся. Давай. Спасибо большое. Спасибо. Оп, смотри, там вкуснее пошла, короче. Свою иди доедай. Ты понимаешь? Ладно, говорит, вернусь. Не, ну там вкуснее по-любому, ты понимаешь? Так всегда в этой жизни, елки-палки. Так кушай свое и будет тебе счастье. А мы на детей удивляемся, слышишь? Ну, смотри. О, унесла. Все, видишь, по-доброму и без ругани. Ребята, чего я вам желаю. Колбаски хватит на всех. Приходите на Киевский. И вы тоже идите, я по всем двери открываю. Открываю, закрываю, все, вперед. Проходите, я всем держу. Проходите. Здравствуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, пожалуйста, будьте на здоровеньке. Братик, забегай, потом я. У меня же печенье. О, я уже пропустил. Переживать стала, где ты делся? Так тебе не надо переживать. Идем. Здрасте. Печенье хорошее, недорого, не надо? Эх ты. А ты прям куда-то целенаправленно пошел? Туда, здрасте. Ты видишь, здрасте. Уже пустые прилавки, уже все купили. Ай-яй-яй. Но я знаю, где есть всегда. Здрасте. Здрасте. А сегодня мы к вам по-любому. Жека, здорово, я поздороваться. У тебя, как всегда, лучше всех. Товарищ мама, здрасте. Что, Наташа, выходная? Да. Слава богу, тоже надо когда-то отдыхать. Шею. Вот надо шея, ж домашняя вкусная, да? Да. Шикардос. Так кило два. Тут переходим в биточек или дать отсюда? Нет. Да. Это... Давайте вот такую, Катя, он не просто будет жариться, он будет тушиться, мы из любого сухого сделаем сок. Хотим в казане сделать. Вот такой вот. Все, шикардос. Марат вообще говорил, возьми яблоко, кострец, и будет тебе счастье. Великолепно, да. Порядок. 676. Что там куры перед Новым годом? Акции растут, нет? Акции. Да? Тут как стабильно все, как в Нацбанке, елки-палки. Все? Да. Катюня. 676. Великолепно есть. Так, лук, мелочи, специи, казан. Лук я тебе есть. Купила, тебе уже. Проверяю. Так. Да я проверяю. Огромное спасибо.
Так, печенье. Я на сдаче себе перчатки куплю. Не надо, не надо мерзнуть. Все, ура. Ты что? Катюня? Сдача есть? Шо, а почем куцалы? 150. Понятно, да, именно старт. Так мы же пришли уже, когда вы закрываетесь, елки-палки. Шо, перепела большие или куры маленькие, почем? Ты что, они такие именно с этими сипусенькие, что я аж почти не заметил. Ёлки-палки. А домашняя дичь это что? 120. Шикардос. Ути? Ути 160. Никогда не переведутся. А за говядину просто говорить не буду. Ох, какие красивые, Катя. Смотри, какие стейки. Ё-моё. Прокатись аккуратно по этому соку. Такое ощущение, что облизали перед продажей. Нет, ну это же мясо сочное. Это же просто прелесть. И фарш уже, а фарш почем готовый? Ты что, можно жить? Именно отборно. А вы уже съели вчера это? Все кого? А сабуку эту? Да. Это, во-первых, не то было, это была голяшка пиленная. Конечно же, съели. Вчера такую вкуснятину приготовили в афганском казане. А сабука. 40 минут, все, и гайки. Да. Прямо губами. Все, вам хорошего дня, еще раз наступающим. Валим? Далеко? Ну, а идем так, как теплее. Давай. Все, до свидания. До свидания. А яйца домашние почем, чуть не забыл. Яйца 80. Все, теперь все знают. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мадам, давайте я вам. Сегодня я за всеми ухаживаю, пожалуйста. Все. Ай-гуй. И что, смотри, одна доела, другая на завтра оставила. Молодец. Тихо, не ляпнись в люк. Я не ляпнусь. А то мне тебя еще отмывать потом надо будет. Хотя они тебя так оближут, что ты меня так побежали. Не обсирываешь. Да. Печенье, чаю хотите? Эх ты. Здоровочка. Пришли вы эти пельмени кушать. А теперь пельменьками полирнуться, да? Молодцы. Ты что, они прямо именно квадратные, такие маленькие, а спины рокированные. Что, родинки? Что вам дать? Брынзу оператора полизать? Нет, это не за шеи домашние так охотятся. Идем. Что там Саня сказал, что они на новом рынке открыли филиал еще? Угу. Молодцы, разрастаются. Здрасте. О, смотри, слышишь ты? Звезда эту была, здоровенький был. Саня, елки и без палки. Рыбы. Сделай паузу, мне надо с ним срочно поговорить. Здрасте, Коля. Саня, я уже видел тебя, еще не видел, пришел лично. Скажи мне, а что, у вас на новом то же самое? Здрасте. Зеркальное отражение, да, сделали? Эй, вы большие монополисты и шикарные молодцы, я вам хочу сказать. Еще делаете? В скором будущем. Ну, там, как откроетесь, так свистните, да? И вы тогда по-любому на новый рынок. О! Так нам туда надо, мы себе еще и кеннера купим. Там же хорошие канарейки, ты помнишь? Да, нам нужно только очень хорошего кеннера. С яйцами? Mm-hmm. Яйца у них есть, смотри, любые. Магия Святого Николая. Николай. От Николая. А ты шо? Сейчас опять скажут. Не зря пришел, да? Побираться пришел. Ну а шо? Да я так всю жизнь жил, что люди, спасибо, добрые давали. Спасибо. А, вот эта дикая, которая гавкала? Домашняя. Ну да, вы же ее облагородили, чтобы она когда. Ее с яблоками надо запекать? Не обязательно. А как? Ее просто в рукаве можете. Или о, Кать. С медом? Натереть медом, горчицей? Мне она порой, короче, как это, забывается. Катя, у нас Ёшкин кот почти кулинарный канал. Ты что? Хорошо, да не у людей какой-то интересный рецепт, может быть, срисовать. Все. Может, я тебе хочу качку приготовить, а? Что ты вот тут вот сидишь и рассказываешь? Вот это вечером, когда дети лягут спать. Не-не, вот так вот ходи. Я так тоже хожу. Все, вот такую готовь. Главное, что ты доволен. Так как я буду передавать? Ребята, крепкого здоровья, погнали. Блин, спасибо. Пока-пока, спасибо. А я ж смотрю, думаю, что ты так утку раскидала, это же гусь. Фига себе. Пусти любезно, подскажите, где крупы там разные всякие. Слушай, она написала в Инстаграм. Я прочла, стала искать телефон, и, короче, я потеряла ее этот сайт. Я сейчас тебе оставлю телефон. Она каждый день ко мне приходит, спрашивает. Там второй еще есть, сейчас оставлю. Женщины, если вы хотите писать, тем более умеете, пишите в Инстаграм. Он все стерпит, елки-палки, да.
Сейчас я дам тебе телефон. Сейчас. Давай, секунду. Давай. Только телефон. Давай. Как это? Я тоже с вами, так. Машем, ребята. Ты что? Эх ты, Николай. Смотри. Ставим лайки, пишем комментарии. Аж бегу. Давай, чао, до скорых. А вот где конфеты вкусные, бачишь? Только курями запахло, и сразу у тебя бабах-трах-бах. Мы все уже? Домой? Да. Как домой идем, машину руки освободим, надо немножко в карманы загнать, погреть. А потом дальше зайдем еще, не знаю, что там. Ну, может, яблок зимних вкусных. Вот в эту утку теперь по-любому что-то пихать надо. Хорошо. Потому что то, что мы хотим с Маратом сделать, это вообще просто. Вот только казан надо, немножко любви, ну и, конечно же, хорошая домашняя свинина. Ты мой муреночек. А где мы машину оставили? Ну, дальше. Аж фиг знает где? Да. Все, возвращайся в базар. Чего? Там мы же сейчас полбазара пройдем. Сережа, что ты меня туда-сюда... Гоняю, а это чтоб ты не замерзла. А я уже и так замерзла. Здоровья. Вот, Ириш, не заходи, мы возле тебя готовы целый день ходить. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Шо, кулю? О, вот это красавец. Родники, здорово. Все, давай это я засуну сейчас сюда. Опача. Все, благодарю тебя. Просто. Не-не-не-не. Ну, хотя бы две конфеты. Все, одну такую, другую такую. Сыпай. Сегодня ж праздник. Эй, братик, остановись, ты мне не за этим кулек дал. Все, спасибо. Да, ты шо? А, накидал. Сейчас раздадим всем детям. Ты шо? Сережа, остановись уже. Это не я. Молодец. Да, регулярно. Все, крепкого здоровья. Давай, мужик. Дорогой. Все, спасибо. Будьте на здоровеньки. До свидания. Праздник. И вас таки, да. Слышь, мы сегодня хоть деньги потратили, а? Чуть-чуть. О, здрасте. Конфеты есть хорошие, печенье надо? Ты что, возьмите. Все, сегодня праздник. Обязательно, Катюня. Эх ты. Все, одна спасибо. Огромная семья. Ребята, спасибо огромное. Карп крупный, с головой. Ой, отойди, Катюша. Слышишь, ты близко не подходи, потому что сейчас что-то другое начнем готовить. Идем. Резко, да? У нас же свинина запланирована, да. Тапочки с начесом. Вот уже ассортимент зимний. Штаны хорошие, вижу. А, слушай, там Серега говорил клей купить, а? Момент. Момент, да. Так мы что-то заклеим по-любому. А что, вы клеить собрались? Да есть там трещинка одна. У тебя рука не мерзнет? Очень мерзнет. Блин, так меняй ее. Или хотя бы делай паузу. А я не могу лево снимать. Я же тебя жалею. Надо Марата брать, он же левша. На такие мероприятия. По очереди будем, да? Чтобы, да, сзади шли, только... Он левой, а я правой буду снимать. Руками менялись. Ох, вот, а там тебе писала эта женщина, которая уезжала куда-то там к мужу, она уже... Вернулась? Твой... Да. С Испании? Не знаю. Идем, откуда? Уже она хамон привезла. Ага. Ты помнишь, мы тут яблоки вкуснячие купили? Да. Здравствуйте. Здрасте. Так ты что-то хочешь или нет? Не знаю. Ты давай быстрее думай, потому что... Я вчера там купила штучек 8 яблок. Так мы их уже съели. Такие вкусные, слушай. Вы съели, да? Да. Ты кушал? Что вы там гадаете или помочь вам? Нет, там я же конфетку нашла. А вам не надо искать? Возьмите жменьку. Вот так вот. Все, с праздничком вас. Братик, на и тебя, а то я прошел и забыл, что у меня конфетами. Да я тебя умоляю, оставь детям раздашь. Все, пару штук к чаю. Все, хватит, кидай. Ты что? Спасибо огромное. Пошел сегодня людям цены показать, а получается один сплошной душевный бартер, да. Вот по-человечески. О, дети поют, слышишь? Джунгл-белл. Что, мандарины 90, 80 и по 100 имеются, гранаты 120. Великолепно. Ай-яй-яй. Здрасте, это от вас теплом тут пахнет. Елки-палки, Катя, мне срочно надо носки какие-то красивые. У тебя красивые. Есть, Сережа. Да я хочу еще, ты посмотри, как они красивые. Не, ну сюда подходишь, конечно, все сразу же хочешь. Торгуют. На, пару конфет, чтобы ты не мерзла. Держи. Вкусные. Чай себе заварите.
Ёлки-палки, что такое? Махуана? О, табак! Ту, ёлки-палки. И люлька имеется, да? Ты что? Помнишь, мы были в Яремче, а на базаре? Там такая очередь стоит. Помню, что ты курить бросил, Сережа. Ну и слава богу. Ага. Да. Что еще тут? Лопатки, чесалки. Все, что хочешь. Терочки. На кращему рыбаку это про меня. Блин, счастье. Все, вот погнали. Это для тебя, Сережка. Здрасте. Деревянная, здрасте. Большая. Комплимент. Чтобы вот ты ходил, как вот ты показывал только что. Здравствуйте. Что у вас, как дела? Возьмите и вам пару конфет. Там угостили, а я хожу дальше угощаю. Все, вот так вот вам, на здоровечко. Спасибо. Идем. Как там будет по-испански? Аморе мио? Здрасте, еще и где красавица? Не вернулась еще? Нет. Ладно, все равно аморе мио давай. Испания, мы ждем тебя дома. Слушай, Сережа, а хурму не возьмем? Ну, хочешь, не возьми, что я. Ну, давай возьмем. Давай возьмем, это такая интересная. Тем более здесь нет никого. Акция, наверное, опять. Ага. Хочешь, ты какую хочешь? Вот та, что здоровая, в рот не влазит. Посмотри, какая она красивая. Это... Братик, ты здесь главный, да? Отдай нам хурмы чуть-чуть. Шарон. Шарон хочешь? Ага. А такая тебе что, уже не сосется? Ну, давай такую возьмем, не знаю. Давай такую, давай. Давайте штучки давай. Три Шарона. Да. Это детям. Братья, кидай любую, та, что не хорошая. Да. Все, они все хорошие, особенно вот эти, да. Штучки три, ну и вот этих вот замечательных. Слушай, это же... Да, 4-4. Это же чистый коллаген, елки-палки. Шикардос. Вот эти то, что цветом, видишь, какие потемнее? Угу. Вот эти вот великолепные. Большие, хорошие. Вот помидоры уродил это какие. А вот эти вот с прозрачной шкуркой. Бачишь? Ну это уже сильно. Ну так это уже сразу. И 4-4 в разные кулечки. Да, 2 по 4. Мандарины. Мандарины? Взять? Ну да, взять. Мы сейчас здесь все возьмем, так нам туда не надо будет ну, идти. Ну и не пойдем уже никуда. Серьезно? Ну да. А я же хотел. Какие там смачненькие? Велики? Да, велики. Гарни. Ну давайте якось. Это якась. Ос. Катя, они все нормальные, что ну ты хочешь. Хорошо, какой-то, елки-палки. Ну дай мне получить удовольствие. Я же пришла на базар для чего? Я думал, ты что я? Со мной получаешь. С тобой я. Не получаешь, походу, в только. Елки ты палки. Не будем здесь об этом. Ты и твоя мандарина. Вы меня в Одессе держите. Так, где же еще? Ты хуи не хочешь? Нет, не хочу. А что ты? Ты думаешь, мне надо? Это ж полезно, говорят. Пусть говорят. О, все. Интересный продукт. И пару килограмм мандарин. Я бы тебе все-таки рекомендовал. Что? Ну давай по-братски зайдем туда что-то там. Тут же там еще полбазара, тем более там нет никого. Мандарин, говорит, давай, не брат, без мандарин, мы пойдем чуть дальше немножко. Нет, давай без них, просто хурму нам считай. Да. Почем мандарины? Здрасте, здоровенькие были. Что, ты скупился уже в конце вечера? А? Да, да. По 85. Так, это... А, уговорил. Кидай пару штук, килограмм, особенно 3 килограмма, вот такой вот. 3 килограмма? Да. А, это же мягко, это же без косточки, вот это без уже. Косточки, сладкие. Ёлки ты палки. Ты посмотри, как ребята здесь красиво с утра все это собирали. Ты бачишь? Да, ну это же надо теперь, да, чтобы потом разобрать до вечера. Да. Братцы, чтобы все до вечера продали. Тем более по хорошей цене. А. Так, все, я греться. Давай, грейся. Ай, брат, я бы взял, но не могу, елки-палки. Отжала сдачи. Спасибо огромное и тебе. Ты что, посмотри, мандарины и гранат полезный всунул. Ё-моё, чтоб ты был здоров. И девочки тебя, и твои спасибо. Бананы любили. Да, спасибо. Ждать тебя? Здесь? Ага. Жди. Смотри, я пойду к фиалкам погреюсь. Почти нет никого. А, может, не пойдем? Точно, иди погрейся. Ёлки ты палки. Давай. Здравствуйте. Я погреться к вам и показать вашу красоту заодно. Может, что-то еще новенькое? Да не знаю.
знаю. Это для вас, для всех, каждый день что-то новое. Что-то новенькое, да? Да. Светочка, у нас у той фиалочки стали светлеть некоторые листочки. Это А вы одобряете? Нет, конечно же. Молодцы. Это надо удобрить, да? Да. А у есть удобрение? Вот я его как раз сейчас свеженькое привезла, размешивать буду. Сейчас мы приобретем у вас. А что, уже закончилось? Я давно. Вот, посмотри, какая кроха. Боже, какая красота! Да, это Манюнечка такая, класс! Сейчас сделаем! И все начали спрашивать, где же посмотреть эти мастер-классы. А у меня же есть YouTube «Фиалки в Одессе». А-а-а. И вот на YouTube как раз, что я выставляла мастер-классы. Как их сажать, эти, да? Да, формировать. Все хорошо. Поэтому надо им сказать, что и в Инстаграм написали. Скажем. В общем, да. А вот это что такое? Цветы, представь себе. Цветы? Да. Вот так она цветет зеленый? Вот так она цветет. Она только начинает. Она будет, вот видишь, тут прямо из середины еще идет. Она набирает. И потом получается очень красивый такой букет зеленый, не распустившийся. Где вы их такие находите? Да, это экзотическая. Never. Но я вот от этих балдею просто, вот эти, которые огромные, это что-то с чем-то. Здравствуйте, тук-тук. О, примчался. Микрофон верни. Ой, здесь как тепло. И о, палки. Балдеж. А вот это вот остался. И какой размер на фоне ладони. Обалдеть. Зашла погреться, заодно и поснимала. У вас здесь всегда весна. Да. Слава Богу, что есть. Просто такие так места. Красиво, что невозможно не поснимать. Слышишь? А. Давай, чтобы мы не даром. Так я сейчас это сам. Возьми Манюнечку. Куда? В ванной. Пусть стоит. В ванной темно, наверное. У нас светлая ванная и плитка светлая. И что, там свет горит хотя бы? У нас окно. И свет горит, и окно есть светлое, и это южная сторона, да, там очень даже культурно. А вы хотите фиалку? Или... А что нет? А что еще есть? А вот эту вот, которая вот описывается, вот она будет разрастаться, если там хорошая. Ну, вот ей как бы требуется меньше. У нас вот такая маленькая вазочка есть. Ага. И получается, и туда на фитиле вот она так вот стоит красивенько. Вот надо что-то вот такого диаметра. Да. Что-то мы всунем, да? Ну да, сейчас скажу. А вот это? Катенька, посмотри, вот это вот прелесть наша. Посмотри сюда. Вот тебе такой стаканчик. А? Угу. Вот. Все. Это большой? Я про горшок. Да. Нет, небольшой. Небольшой? Нет. Ты думаешь? Очень хорошо долго держит цветочки. Или невеста. Или там совсем тонкая? Там, он там вот маленький. Там, можно... там вот такой вот диаметр. Ну просто не хочется мне всовывать. Хочется, чтобы он именно вот такой? Красиво вошло. Вот такой? А ну-ка. Наверное, вот даже вот такой, как стаканчик. То есть это большой тоже? Угу. Так что, ты хочешь взять размеры или как это? Ну да. Ну, если давайте мы вам в следующий раз с размерами придем. Да. Вот это миниатюрка. Ай, стаканчик остался. О, прямо разделась. О. Тоже класс. Можно фитилечек тоже вставить. Надо взять эту... Вазочку берите. Мы, короче, берем вазочку и в следующий раз все, валим домой за вазочкой и возвращаемся. Ребята, не прощаемся, скоро будет новый обзор. Мы и вазочка. Да. Подожди, сейчас возьмем удобрение. Давай, кого поливать будем? Фиалку, которая белые листики. А, хорошо. Не, мы просто переезжали, да, ее надо сейчас немножечко вернуть. Мы когда ее пересаживали? Летом? Да. Этим, да. Летом жарко было. Жарко, я к вам сюда заходил еще, как это, остыть. Потому что там было очень жарко. Ой, я же щипала, а сейчас наоборот. Щипала, ага. Да сделай паузу, давай чуть погреемся без съемки. Эх ты. О, порошок волшебный. Да. Универсальный, короче, можно и помидоры поливать, и цветы, да. А я голову могу тебе помыть? Не пробовала, но я... А что, чтобы кучерявиться начали? Так, спасибо огромное. Это мы уже определились, и вот такую вот. И диаметр нас устраивает. Да. А цвет какой бесподобный. Так, я это снимаю, да? Да. Все, это вам, это высовываете. Я заверну, или вы на обратном пути заберете. Не-не, я сейчас сразу ее под сердце в машину, да. Зайдем, что-то мы там еще купим или не купим, да? Угу. Ну и поедем уже. Что, у нас же дети, елки-палки. Где они, кстати? Кто где? А, так и живем, кто где. И тоже ее удобрять, и она тоже будет... Она, во-первых, очень долго держится, ты сама по себе. Угу. Ну и будет постоянно цвести. Миниатюрки они вообще очень... Ура! Очень-очень любят цвести.
Ох, а там тепло и пальмы, елки-палки. Прямо как у нас летом. А, Катюшка? Ты бы свозила меня уже куда-то, в конце концов. Да пора бы уже, да. Ну да, точно. Замерзаю. Ладно. Что, оторвать? Давайте. Я же лучше всех раздеть рыбу в Одессе. Так красиво упаковываете, что я думаю, в этой газете будет у нас расти. Прямо чпунь. Под пальмами, да? Вот-вот, да. Под солнышком южным. Самое лучшее удобрение. У меня люди приходят уже большие посадки, берут по полкилограмма. Для палисадников, для огородов очень. Спасибо. Пожалуйста. Что, ребята, удобряйтесь, и будет нормалек. Так, вы там в газету деньги дали, да? Все. И? А поливальничек какой, смотри, миниатюрный, красивый. А? Чпунь, чпунь. Прелесть. Все, благодарим вас. Спасибо. Наконец-то сдачу где-то. Хоть вы. Сразу в машину несу. Всего хорошего дня. До свидания. Пока-пока. Опа-на, фиалки Одесса. Кать, смотри, может, сразу звоните. Или в Инстаграм идите. Или на Ютуб. И будет вам праздник, да? Все, пока-пока. С мастер-классами на YouTube. С мастер-классами на YouTube. Хорошо, все будет хорошо. Так, все? Ну что, я быстренько опять в машину, и сейчас вот так вот кругом зайдем и выйдем. Да уже пошли, уже вот так вот зайдем вместе с фиалкой. И мандарины купили? Эх ты, друзьяки, как обычно, я бы для вас ходил и ходил, но у оператора есть такие дела. Ну а что? Я же тоже с ней рядышком, нет-нет, да деловой. Короче, от всей души, с вашим настроением для вас сегодня замечательно, как обычно, зашел и вышел. Одесский Липован, всем пока-пока. Чао.